Если исходить из первого источника, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что «Ад-дуа умухуль ибада» – «дуа» – это мост поклонения. Конечно, вот это вот осознание этого хадиса, он приходит со временем, с годами, с опытом. На самом деле, наверное, сильнее для верующего человека, чем дуа или мольба, наверное, не существует. Потому что дуа меняет вообще сознание людей, поведение людей и в какой-то степени даже судьбу людей. Когда человек просит Аллаха Субханаху ва Тааля, есть определенные временные промежутки, когда Аллах может изменить вообще судьбу самого человека именно за счет дуа. Поэтому молитва, а это именно молитва, многие путают или называют молитвой намаз. На самом деле молитва только лишь часть намаза. Человек меняется, к примеру, если я намаз даже читать начал в 13 лет, именно после 25 лет, 25 лет я начал осознанно просить Аллаха Субханаху ва Тааля об определенных изменениях своего поведения, своего мировоззрения. И где-то через примерно года два я почувствовал, что действительно я изменился, я меняюсь, и в течение всей своей жизни, насколько это возможно, я обращаюсь к Аллаху Субханаху ва Тааля, и действительно он ее дает. Потому что человек, в принципе, за счет дуа идет к той цели, к которой он, в принципе, должен идти, то, что он хочет для себя. И здесь действительно происходят удивительные вещи. Есть дуа, которые вот долгосрочны, к примеру, да, вот по жизни. Есть дуа разовые. В моей жизни было несколько моментов, когда за счет определенных просьб, есть методика в том числе, да, за счет Асмаулла, имен Аллаха Субханаху ва Тааля, когда в моих глазах просто происходили чудеса. То, что я хотел, то, что я даже не думал, что это может так быстро измениться, изменения происходили за какие-то, может быть, даже не минуты, а может быть, за какие-то секунды. Это раз. Второй, насчет дуа, который не всегда люди обращают, да, внимание. Потому что дуа – это не только милостины. Дуа – это и улыбка. Дуа – это и хорошее слово. Это наставление. Дуа – это поддержка, это помощь, да. И когда люди оказывают помощь и поддержку другим, зачастую человек думает, что он оказывает помощь другому человеку. На самом деле, вот любое дело, благое дело, оно в первую очередь возвращается к тому, кто его совершает. И получается, что человек за счет этого делает прежде всего для себя это доброе дело. Мы же не знаем, вот, к примеру, ездят многие за рулем иногда, вообще в автомобилях. Это очень повышенный риск для любого человека, для водителя, да. И никто из нас не скажет, когда в тяжелых или экстремальных ситуациях человек выходит, может быть, за счет и, скорее всего, за счет дуа человека, который совершил за него. Поэтому надо ценить, обращать внимание. И когда мы просим кого-то, чтобы он сделал за нас дуа в святых местах, да, в Мекке, в Медине, это не просто слова, за этим кроется, может быть, не только жизнь человека в этой жизни, но и вечности. Конечно, основа любого дуа, и как намаза, впрочем, это искренность. Не форма, а именно искренность. И для того, чтобы человек достиг максимальной искренности, много способов есть. Допустим, это и намаз, это и омовение, это и зикр, это время какое-то. К примеру, человек ночью больше размышляет, человек больше думает о Всевышнем, потому что ночь, ну, имеет свою особенность, в отличие от дневного времени. И человек сам чувствует, когда человек искренен и обращается к тому, от кого зависит это все, потому что наша жизнь только в его руках. Потому что только Аллах является источником нашего существования. Естественно, обращение к Нему в искреннем состоянии имеет больше шансов и надежды на то, что Аллах примет наши дуа, иншаллах.